Привет, народ, с вами Никфрост, добро пожаловать в Outlast DLC с труднопроизнесимым названием. Я даже могу попытаться, а нет, не могу попытаться сказать, как он называется. Whistleblower или что-то в этом духе. Так, и я. По-моему, сюда мне. Так, я одел совсем другие наушники, которые типа не так сильно давят мне в башку. Там ползет какой-то челик. Ого, достаточно, блин, громко они работают, эти уши. Полз, полз, да не дополз. Так. Мне надо уже осилить эту игру, ребята, в том плане, что я хочу там, знаете, как бы не успел пройти одну, я хочу поиграть в следующую. Так, как-то подождите меня. Так я неудобно, блин, сижу, что ли, с ковриком мыши что-то произошло. Сейчас, момент, блин. Так, и туда можно, блин, и сюда можно, и сюда можно. Открываем, я такой, хопача. А? Возможно, тут будет за мной гоняться какой-то. Даже не знаю, как это сказать, чтобы не обидеть. Не обидеть тех, кто за мной будет гоняться. Чё-то так... Блин, еще я себя так плохо слышу в этих наушниках. Как бы, не пугайтесь, если я типа ору. Неужели в комнате ничего нет? Ну это странно. Чертовски странно. Блять. Че, серьезно? То есть там реально угроза или это так? Понты просто, блин. Блять. Ну реально какой-то псих. Ух ты, блядь. Что-то передумал? Воу. Не будем надолго оставаться в крематории. Да ну нахер. То есть реально можно подняться наверх, но зачем? Я еще не все исследовал внизу. То есть это тот чувак, который в прошлый раз готовил блюдо, решил в этот раз приготовить меня. О, нифига себе, тут ничего не видно. Так, смотрим, это морг. Это морг, 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 морг. Ничего открыть нельзя, спрятаться тоже нельзя. Блин, как же мне так как-то неудобно стало сидеть после того, как я поменял наушники. То ли я ближе стал. Нифига здесь интересного. Это тот чувак, который полз, полз, не дополз. Ну, могли тут какую-нибудь батарейку оставить, что ли, я не знаю. Да хоть что-нибудь-то. Ну ладно. Так, пойдите. Так, я вспомнил. Я вспомнил, куда мне. Воу. Типа намек, что туда не пройти? Или все-таки пройти? Что-то мне кажется, что эта штука меня подожжет. Не зря же она там сделана. Ну ладно. Типа адская преграда. Попробуем глянуть, что наверху. Так.
Так, как вы помните, мы играем за программера. Программисты, они достаточно сильные люди. Они могут вот делать вот так. У них все в порядке с вестибулярным аппаратом. Блин, только вот этого хера мне не хватало. Но у программистов периодически наблюдаются вот такие глюки. Это все связано с промывкой мозгов. А, кстати, ребята, я еще играю не ночью, впервые у меня вечер. Так как-то необычно, что не полная тьма. Ничего такого. То есть тут можно пойти только вправо, понятно? Какая у нас цель, собственно говоря? Доберитесь до радио в тюрьме. Радио в тюрьме. Ого, тут высоко падать. Так, ну все, сохранилось. Ну, до следующего ролика. Пока-пока, ребята. Да не. Вон там есть батарейка. Батарейка и дохлый чувак. Окей. Тут на меня нападет какой-то хрен и придется ныкаться в шкафу. Ну, я так думаю. Призрак этот. Лридер или как-то мило. О, да вы издеваетесь. То есть, Коля, ты либо иди туда, где светло, либо иди туда за батарейкой, а за тобой кто-то там погонится. Ой, ну конечно же за батарейкой. Странно, что никто не напал. Чертовски странно. Ой, это моя друганя с пилкой, да? Не понял, что за комната. Друганя с пилкой. Мы его слышим, но... Но не видим, блин. Вот говно. Грехом. Нейрология. Вообще, блин, как я не знаю где. Убираешь камеру, нифига ничего не видно, блин. Ну, нейрологии так себе, скажем. Батареек нет. Раз нет батареек, то и задерживаться там нечего. Тут, по идее, на меня должен кто-нибудь напасть. Какой-нибудь библиотекарь злобный. Блять. Ну-ка, сейчас я поудобнее усядусь, ребята, чтобы не так страшно было, блядь. Блядь, какого хуя? Так вот тут некуда и спрятаться, слышь ты, блядь. Библиотекарь, ёб твою мать. А я пилю. Оп, хуяк. Такое прозрачное, что я даже не заметил. Так, погодите, надо ухи поправить. Так, окей. Здесь прям свет идет прям сквозь стену. Идет сохранение. Полуоткрытые двери, это как всегда стрёмно.
Who am I? Что там? На, блин. Мочить в сортирах, блин. Приятно, когда я ты. Не один остался в живых. Так, а где ж тут маньячело, блин? Ладно. Вот эта труба, она того жарит, не жарит? Не знаю, оно наносит урон или нет. Вот если я сейчас к нему подойду. Блин, не наносит. Странно это все. Угу. Умирай, бля. Прости, бро. Я не знаю, как выключить газ, а наверх нельзя подняться, окей. Сейчас, ребята, в две игры играю. В это и еще в кое-что. И надо таки одну из них хотя бы закончить. Ого, 57-й год. Так. Потенциальное применение психогенных препаратов в операциях политического характера широко известно, хотя это не было изучено так тщательно, как можно было бы этого ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы. Чтобы быть готовым к оказанию поддержки или сделать возможным осуществление таких операций. Методы достижения успеха без химического вмешательства в политических операциях тоже включены в программу. Так, МК Ультра. Адресовано отделу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследовательного изучения Рудольфа Верники. А, Верники. Блин, а я его как-то не так называю. Вальридер. Что за, блин, Вальридер? Так, секция тра-та-та-та-та. Ага, Вальридер, ёпта. Вскрытие извлеченных объектов исследования показывает химический состав тела, бластомы, окисление. Ой-ой-ой-ой, всему плохо, бла-бла-бла. Быть учеными прекрасно. Эксперименты на людях. Это хорошо. Да, это да, да. Надо было становиться ученым. Кто-то что-то закрыл, блядь. Ну-ка, мы так. А, ты головушкой бился, да? Давай, давай. Тут батареек у тебя никаких нет. Не, ну молодец, открою. Рано или поздно ты ее откроешь. Ну, либо твой череп расколется. Нифига себе. Ого, ничего себе он умеет. Он умеет перелезать прям, я офигею. И тут я только-только... Упа, и заныкался. Там темно, темно, блядь, и страшно. Темно, сука, и страшно. Блин, хотел выпустить дурочка, ну ладно. Вот говно, куда идти, налево или направо? Где страшнее-то? Блин, а?
Зачем эти двери заколочены? Я думал, мышь, чтобы вот это поднять. Кнопка, ага. Кнопка вызова врача, типа. Никаса под кроватью, это не зря сделано. Боюсь, что... то ныкаться придется при этом часто. О, это интересно. Это интересно. Чердак. Здесь есть чердак. А здесь я выпаду, да? Понятно, за мной будет гоняться какая-то маньячела, и мне придется между комнатами, ага, шкериться от него. Все, я понял. В одну залез, в другой вылез. Все, я понял ваши мысли, разработчики. Что это за хрень? Вот меня всегда поражало вот это. Че, блин, такое оно размытое? Понятно, сейчас на меня какая-то тварь нападет. Окей, нападет она вот отсюда, окей. Например, чувак с пилкой. А че, моет? Что интересно, здесь еще один такой переход. Блять. Ну, началась эта херня по крышам, блин, лазанье. Блин, ну что, сдыхать так сдыхать, я не знаю. Воу-воу-воу, полегче, бро. Да иди ты нахуй. Конченая игра, блядь. Опа. Хочу батарейки какие-нибудь были, слы? Разве этот... Гамосек не должен тут появиться? Типа я спрятался. Чего они там хотят? Отключите газ. Ага. Говно. Там, блядь, было. Это страшный, сука, звук. Если честно, я не особо испугался, потому что я не понял, что это было. Куча. Он всегда начинает хакать, когда садишься.
Так, психиатрические исследования мерков. Вальридер, Маунт Массив. Лечащий враг, это Карл Хьюстон, не проверено. Состояние активность двигателя морфа, бла-бла-бла. В уровнях терапии 5,6. В состоянии сна неоднократно возвращается к изображениям изоляции предательства. Нулевое состояние, тра-та-та. Тяжелые бронхиальные образования, характерные для пациентов с историческим... Так, табак и марихуаны. Так. Фрэнк весил 68 килограмм. При поступлении его вес был 103. Он был апатичным и почти совершенно не реагирующим ни на что. Проявляя интерес только в сценарии номер 9. Верники. Касательно распития крови с груди спящих... Что, блять? Только во время сценария номер 9. Касательно распития крови с груди спящих мужчин. Что за мужчин? Может, мужчин? Блин, я, конечно, не совсем знаю, как там пишется мужчины, но, наверное, все-таки мужчины. Он продолжает отказываться мыться. Ага, отказываться мыться от услуг парикмахера. Если я не могу принимать участие, то и не могу делиться. Что он любит есть? А-а-а! Принудительное питание для мистера... Угу, если мы не можем найти что-нибудь, что он любит есть. Так он людей, оказывается, любит есть. Вот он этот чувак, бегающий с пилкой за мной. Если мы не найдем то, что он любит есть. Он любит есть мужчин. Да и женщин. Да блин, нифига себе, резко развернулся. Как я отсюда должен убегать? Блять. Чувак, я тебя даже не заметил. Я надеюсь, он тебя покоцает, когда зайдет. Мы сейчас тут что-то запустим. И тут чувак тебя начнет того. Пилять. Вот, блять. Вот, блядь, газрум, неужели мне туда? С хера ли эта дверь сама закрылась? Тоже я не знаю, как действует этот газ, на всякий случай присядем. Ни хрена себе, вы стали свидетелями того, как главный герой тихонечко закрыл дверь. Не хлопнул, как он любит, а тихонечко это сделал. Вот, блядь. Где наш любитель мясца? Ведь наш любитель пожрать может быть где угодно. Ну, относительно тихо он закрыл. Черт, этот герой явно круче действует, чем предыдущий. А ну, задохнусь я тут от газа. Комната закрытая. Блядь, а? Ну, уйди. Пошел нахер. Нахер пошел.
Куда ж тут идти, блин? Ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба. Где этот сраный газ-то выключается, блин? Включите газ. Да ну нахер, вы издеваетесь, блять, такое делать? Как я должен догадаться, что сюда надо было? Бля, реально чувак тише закрывает двери, чем тот. Чем тот герой. С оригинальной игры. Бля, что же делать, когда этот чел начнет сюда бежать? Короче, верчу, обмануть хочу. Доберитесь до радио в тюрьме. Нахуй, не хочу через ту комнату проходить, мне и так все устраивает. Не, никак. Ты бы тут сбоку где-нибудь полазил. Мне интересно. Так, доберитесь до радио в тюрьме. Куда идти теперь-то? Голодный челик где-то тут. Газа как бы уже нет. Меняет ли это что-то? Нахуй иди. Бегу, бегу, бегу. Ребята, вы стали свидетелями загрузки. Очень быстрой, при быстрой загрузке. А это значит, что, в принципе, ролик может и коротковат, но ровно 30 минут прошло. Давайте здесь я его разрежу. И сам пойду изучать, что там дальше у нас происходит. Все, до нового ролика. Пока-пока.